Сегодня я покажу, как поиграть в крафтсмен с другом, со своим другом. Ну, получается, вот, начинаем. В общем, все, что мы сначала делаем, это включаем Wi-Fi. Потом заходим во вкладку «Играть». Потом «Создать новый мир». И вы, получается, видите здесь вот такой вот квадрат. Нажимаем на него. Имя можно любое, например, это. Один, два, три. Все. Дальше IP-адрес друга или ваш. Я не буду показывать IP-адрес. Так, сейчас. Так, сейчас поищите. Короче, IP-адрес надо написать. IP-адрес написать надо. Сейчас. Все, я, получается, создал этот мир, но этот сервер уже добавлен, и я не собираюсь из него выходить. Но если вы сделаете так же и узнаете как-нибудь свой IP-адрес, то вы сможете со своим другом поиграть. В общем, можно в выживании, либо в творческом. Но мне нравится выживание. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Ребят, я еще забыл сказать, почему я так долго видео не снимал. Я в больнице был.